Всем привет, дорогие друзья! С вами канал «Китай стал ближе» и я Владимир. И сегодня у нас на распаковке опять две посылки. Две посылки. Давайте начнем с маленькой посылочки и посмотрим, что же к нам пришло. Оценено $2. Что здесь, я не знаю. Заказывала жена. Трек номер отслеживался. И сказала она, что дошло где-то за 2,5 недели. Посылочка упакована хорошо. Давайте с вами распакуем ее и посмотрим, что же у нас внутри, что же к нам пришло. Так, что-то есть в пакетике. Все, больше ничего нету. Здесь вот такая вот визиточка. Это, наверное, не визиточка, а как всегда. Ну, визиточка с адресом магазина. Даже с штрих-кодом. И здесь просьба поставить 5 звезд. И все остальное прочее. Откладываем ее в сторону. И смотрим, что же это у нас такое пришло. Что-то много-много-много всего. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 пар чего-то. Хотя написано должно быть 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. А здесь 9 ин. 22 на 9. 22 на 9 сантиметра. Давайте откроем и посмотрим, что это. Я думаю, что это какие-то салфетки или полотенчики. Что-то в этом духе. Открываем, убираем в сторону. Вот такие вот цветастенькие. И что это у нас? Это, я так понял, носовые платочки. Это носовые платочки, но не полотенчики, это факт. А может, и можно использовать как полотенчика маленькое, можно использовать как носовой платочек. Вот 8 таких вот прекрасных штучек. Смотрите, все разноцветные, запаха, постороннего запаха нету, то есть ничем не пахнут. Вот такие классенькие, цветастенькие носовые платочки. Кому, если что-то понравилось, ссылочки будут обязательно в описании. Ну, как сшито, я вам не могу сказать, потому что ничего такого тут сшитого нету. Есть кусок ткани и прострочен по краю кромочным швом, или как он правильно называется, я точно не знаю. Значит, вот таких вот 8 платочков. 8 платочков мы передадим хозяйке этого всего творчества. А мы с вами продолжим открывать дальше посылочки и посмотрим, что же у нас дальше. Дальше все по сторонам раскидаем. Вот вторая посылочка шла 3 недели. Трек номер отслеживался. Оценена она по посылочке в $1, весит 200 грамм. Что-то внутри мягенькое. Я догадываюсь, что это такая штучка, мягкая штучка. И эта штучка, достали, все, больше ничего нету. И эта штучка, вот она. Эта штучка служит для того, чтобы ваш ребенок никуда не укатился. То есть положили вы эту штучку, можно вот видите, она липучками на разные расстояния, но мне кажется, он эту липучку оторвет нафиг сразу, потому что липучка ненадежная. Положили вы вот так вот эту штуковину и в середине положили ребенка. То есть он у вас когда крутится, он никуда не упадет, никуда не соскользнет, никуда не упадет. Мягкая она, очень мягкая. Запаха нету. Интересная вещь, но все-таки вот с этими липучками, я думаю, она оторвется. Липучки пришиты хорошо, но липучки очень слабенькие, практически не держатся. Видите? Вообще не держится. То есть, когда он будет кататься со стороны в сторону, он просто может ее отцепить и вместе с ней укатиться.
В общем, вот такие были сегодня распаковочки, вот такие были платочки. Кому понравилось, ставьте лайки, кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал, нажимайте кнопку оповещения. А с вами был Владимир и канал «Китай стал ближе». И до новых встреч. Всем пока!